Всем в тренде. Да, речь пойдет о персонаже, который побил рекорд ВКонтакте по репостам своим новым альбомом, который, на наше мнение, просто никакой. Персонажа, которого хайпят где и как угодно, даже сам Оксимирон. И мы не могли обойти стороной слух о том, что Фейс теперь новый Ивангай. Ну, то есть новый парень Марьяны Ро. Давайте разберем все пруфы и узнаем, что происходит на самом деле между Марьяной и Ваней. А мы начинаем. Я в тренде, а не в тренде. Мы в тренде, что-то ж. Я в тренде, а не в тренде. С нами тусит мода. Я в тренде, а не в тренде. Мы в тренде, что-то ж. Я в тренде, а не в тренде. С нами тусит мода. Досмотри ролик до конца, ведь мы там расскажем о новом конкурсе и дадим ответ на вопрос, где найти песню, которая играет в начальной заставке. Новый альбом Фейса побил рекорд ВКонтакте по набору репостов за сутки. Данная пластинка получила название No Love. И хотя рэпер обещал в новом альбоме песни с более серьезным смыслом и подходом, на выходе мы получили все тот же около «Я роняю Запад» и лирические песенки наподобие альбома Лиза. На вопрос «Ну где же серьезные песни и хорошие хиты?» Ваня ответил, что все это будет в следующей пластинке. На, серьезно, ты не верил? Нет. Но речь не об этом. На днях в одной из прямых трансляций в инстаграме Ивана в комментариях была замечена Марьяна Ро. А вы видели, да, только что Марьяна написала, что я пупсик. Да. Это любовь. Да и в целом всю трансляцию пара кокетничала друг с другом. Но это не впервые, когда нестандартные отношения со стороны Марьяны Ро и Вани были замечены. Все началось намного раньше. Впервые Фейс был замечен в историях в инстаграме Ро, где она танцевала под его песню. На что тот в ответ в историю выложил видео, где он смотрит один из YouTube-блогов Рожковой. Это чё вообще такое? После этого начало появляться все больше и больше твитов, где Ваня говорит, что любит Марьяну и женится на ней. На что в ответ получил положительные твиты от Ро и постоянные намеки на отношения. Но зная Фейса, все думали, что это очередной наигранный рофл, или иными словами, стёб. Поэтому никто всерьез эти все переписки не воспринимал. До настоящего момента, когда в сеть попало видео с автопати Витфеста, где можно заметить Марьяну Ро с Ваней. Устроили свое автопати Витфеста на парковке. На парковке автопати. Катя. Марьяна. Ваня. И Лиза Мод. А еще позже в сети появилось видео с закрытой тусовки в ВПШ, где уже в открытую Иван обнимал Марьяшу и дал понять, что это все не просто стёб, но все же неплохой таки пиар для обоих сторон отношений. Смайлик мог в другое место поставить. Но всем ведь мало видео, так как большинство думает, это ради хайпа, это просто знакомые. Да как Марьяна будет встречаться с таким? Стоп, сейчас будет пруф чистой воды. На днях СМИ The Village опубликовала большое интервью с Фейс, а также много новых фото. Прочитать полное интервью вы сможете, перейдя по ссылке в описании. И вот как раз там рэпер сознался, что нашел ту самую, которую любит до головокружения, которой будет посвящены будущие песни. Надеюсь, не такие, как бургер. И на вопрос «Твоя девушка Марьяна Ро?» он ответил, по-моему, уже все знают. Если поискать, то можно еще много найти пруфов про отношения блогерши и рэпера. И на самом деле мы считаем, что это крутой союз, ведь у обоих достаточное количество хейтеров. О да, их очень много. Достаточное количество позитива и достаточное количество фанатов. А их тандем только усилит пиар и популярность обоих. Кстати, в последней пластинке в одной из песен Иван также упомянул имя своей любимой. Люблю Марьяну Ро, когда-нибудь на ней женюсь. И если что-то начинаю, то я хуй остановлюсь. А пока что я свободен, делаю, что я хочу. Зову малышки твою сетку, а потом я фу твою сестру.
А как вы думаете, стоит ли нам ждать от рэпера серьезного подхода к музыке и хорошего следующего релиза? Либо Фейс таки останется эпатажным мемом сети? И не забудьте также написать в комментариях свое мнение о отношении Ивана и Марьяны. А также подпишись на канал, чтобы быть в курсе всех последних событий в мире музыки и YouTube. А, да, и не забудь поставить лайк и нажать колокольчик там внизу. Спасибо. Хочу напомнить о конкурсе и дать ответ на вопрос, где же найти песню, которая играет в самом начале в заставочном ролике. А также сделаем конкурс, в котором разыграем хорошую денежную сумму и несколько призов. Поэтому оставайся с нами и не забудь подписаться на канал.